Ровно 7 лет назад вы впервые узнали о нас. В 2016 году начала свою работу первая клиника в составе Reference Medical Group и самая крупная частная лаборатория на Кавказе – Центр клинической лаборатории Reference. Благодаря нашей полностью автоматизированной лаборатории и сильной команде, в кратчайшие сроки мы завоевали доверие каждого. Все уже были уверены, что полученные вами результаты – это не просто цифры. В декабре 2016 года мы решили бросить вызов расстояниям и запустили первый мобильный медицинский поезд в Азербайджане. Однако это было только начало. К 2017 году к Reference Medical Group присоединился первый на Кавказе специализированный центр отоларингологии LOR Hospital. Мы сделали еще один шаг на пути к нашей миссии по охвату всего Азербайджана. 2018 год. Пришло время расширения спектра услуг. В этом же году, по многочисленным пожеланиям наших пациентов, мы открыли первый филиал, оказывающий поликлинические услуги. С каждым филиалом мы становились на шаг ближе к нашей цели. 2019 год. Лейла Медикал Центр, первый частный центр дитя и матери в Азербайджане, начал работу в рамках Reference Medical Group. Далее начинает свою работу следующий поликлинический центр. Следующей нашей остановкой был второй крупный город Азербайджана – Гянджа. 2020 год – открытие филиала 36,6 Мед Гянджа. И, конечно же, мы не забыли про пандемию. На фоне трудностей в этот период нас отличало оперативное и четкое обслуживание. Несмотря на все расстояния, мы стали ближе к вам. В трудные времена мы были рядом с каждым нашим пациентом. 2021 год – открывается первый филиал на юге Азербайджана. Далее для лояльных пациентов нашей сети клиник мы запускаем VIP-референс-филиал. Начинает работу еще одна, но уже более широкопрофильная поликлиника в Баку. Следующим шагом был Биногадинский филиал. С целью оказания качественных медицинских услуг в регионах Азербайджана мы запустили крупный центр поликлинических и диагностических услуг – медицинский центр «Референс Гебаля». 2022 год. Начала работу первая частная и самая крупная служба скорой медицинской помощи Азербайджана – Reference Ambulance. Мы решили охватить новый спектр услуг и показать качество нашей работы с эстетическим центром Reference. Байловский филиал Reference. Медицинский центр Reference в Губе. Станция приема биоматериалов в Исмаилы. Медицинский центр Reference в Сумгаите. И Reference Ленькаранский филиал. 2023 год. Этот год стал для нас еще более значимым. Охватив уже большую часть Азербайджана, мы решили не останавливаться на достигнутом. В этом году мы открыли для себя новые сферы услуг. В 2023 году в составе Reference Medical Group начинает работу первый медицинский центр психологии и речи «Толеранс». Мы запускаем новый проект совместно с нашими врачами по борьбе с курением под названием «Второе дыхание». Далее открывается центр в одном из крупных городов Азербайджана, городе Хачмаз, специализирующийся на всех видах поликлинических и диагностических услуг, а также офтальмологии. Пришло время запуска наших клиник и вне Азербайджана. В октябре этого года мы открыли первый пункт в Казахстане, городе Актау. Следующим пунктом назначения стал Узбекистан и открытие новой лаборатории «Реферанс» в городе Ташкент. Но, конечно, мы не останавливаемся на достигнутом. До конца этого года мы запускаем первый гепатологический центр в составе Reference Medical Group. Well-Being Center – крупный центр здоровья by Reference Medical Group. Поликлинический филиал в Нахачване. Поликлинический филиал в городе Хырдалан. Новый крупный педиатрический центр в составе Layla Medical Center. Благодаря оказанному нашими пациентами доверию и нашим достижениям, мы стали крупнейшей сетью клиник в Азербайджане и за его пределами. Но это только начало нашего пути. Reference Medical Group. С заботой о каждом.